Приветствую. Что ж, продолжаем проходить System Shock 1. Во время монтажа предыдущего эпизода я более внимательно прослушал все эти аудиологи, которые нам попадались. Еще раз прочел все текстовые логи тоже, которые мы нашли. И также покомментировал, я заметил кучу мест, которые я забыл посетить, либо просто пропустил. Думаю, наверное, мы с них и начнем. Вообще, кстати, я еще и выписал на бумажку. Примерно где-то в самом начале игры мы нашли список всех этажей. Вот я их частично выписал на бумагу и, наверное, сейчас зачитаю. Идут по порядку, начиная с первого уровня. Hospital, Research Labs, Maintenance Department, Storage, Flight Deck. На шестом Crew Facilities and Executive Suites. На седьмом System Engineering. На восьмом Security Department, на девятом Control Bridge. Вот нам, видимо, туда надо пробраться. Есть еще некий уровень R. Это Energy Systems. Я не совсем понимаю, где это находится. Возможно, внизу самом. Но мы на первом уровне. Госпиталь. И лифт находится в неком альфа-квадранте. Квадрант. Я, честно говоря, не знаю, что это за слово. Надо было посмотреть. А, в принципе, сейчас я это сделаю. Отсек, наверное, отделение, что-то в этом духе. Но ассоциации с квадратом. Может, угол квадратной комнаты. Так. Кстати, квадрат так и есть. Квадрит. Квадратик. Квадрант. Переводится как квадрант. Четверть круга. Сектор в 90 градусов. Гитара. Единица самоиндукции. Четверть круга. А, нет, скорее всего, сектор в 90 градусов. Ну да, примерно я так и понимал это. То есть у нас есть альфа, бета, гамма, что там дальше идет. Только непонятно, кто где находится. Ладно, с этим мы еще разберемся. Возможно, вот сейчас мы как раз, как я начну пробегаться по тем местам, которые пропустил, в одном из них и будет этот лифт. И вообще, как бы... Одно из основных впечатлений от игры заключается в том, что как бы чувство неудобства управления своим телом, вся вот эта система управления героем, она как бы противопоставляется борьбе с искусственным интеллектом, у которого неограниченные возможности. И это дает ощущение как бы бренности существования человеческого тела и тем самым усиливает погружение в игру. Мне вот очень понравился этот аспект на самом деле. Рад, что игра не обладает типичным и как бы простым удобным движением из других FPS, более современных. Ну и не то, что современных, не знаю. Doom там или Quake можно вспомнить. Там тоже как бы проще все это. То есть как бы надо проявлять усилия в управлении телом нашего персонажа. В общем, мне нравится вот это противопоставление. Идеально как бы вписывается в атмосферу игры. Тем более, насколько я понимаю, у меня сейчас как бы упрощенное управление. Я так понял, фрилука не было. То есть свободного обзора мышью в оригинале. Могу, конечно, ошибаться. То есть я так понял, это в Enhanced Edition добавили. Но врать не буду. В любом случае, да. Как бы... Управление интересная система. Постепенно привыкаем, но сейчас первое время, конечно, буду тупить. В общем, отправляемся в места. Я четыре места отметил тоже на бумаге. In the maintenance hatch, under the grating, north of healing suit. Теперь я уже не помню, что же это означает. Где это было?
Ладно, пока пропустим это. Вот, место, где был первый репейер-бот. Сначала туда отправляемся. А, так, слушайте, я примерно здесь и нахожусь. Или нет? Так, и уже наш... Да, вот здесь лестница вот эта была. Да-да-да. И там еще проход был. Здесь небольшая нычка. Тут ничего. Ну, смотрим. Ничего. Как по лестнице ползать? А, прыгнуть надо было. Зажать прыжок. Понял. А, здесь небольшая нычка. С парой предметов. Медипатча, у нас их 9. Слушайте, довольно много у нас лечилок. И здесь еще лестница есть. Ха. Вот это уже интересно. Упс, я свалился. Слушайте, давайте попробуем на ту лестницу запрыгнуть. Может, там в потолке есть какой-то скрытый люк. Ну, не похоже на это. Ну да, можно. Вроде все прощелкал, ничего нету. Так, и вот здесь еще было. Было местечко. Да, на карте видно, что я тут не был. Макпулс, я вот не помню, где это мы нашли. Видимо, под конец предыдущего эпизода. Хм. Видимо, пока самое мощное оружие, что у нас есть. Ха, трубы какие-то. Так, здесь довольно тесно. Я так понял, вообще основное... Средство обозначения скрытых дверей — это синяя такая обводка, так что надо наблюдать за этим. Так, простые мутанты. Так, один раз нас ударил. Этот тоже нас ударил. Как-то неаккуратно я с ними. Так, ну с них лечилка упала. Биверыш нам не нужен. Так полагаю, наверное, все вот эти предметы можно использовать для отвлечения врагов, может быть. Может, тут такая система есть. Врапер. То есть как бы кинул, пока они тебя не видят, и они на шум туда идут. Так, еще одно обзорное окно. А, да, и я наконец-таки понял, что мы находимся на станции, которая находится на орбите Сатурна. Так что понятно, почему мы тут Землю не видим. Но в таком случае мы должны видеть Сатурн. Все-таки... Стоп, или Юпитер, я уже забыл. В общем, один из газовых гигантов Солнечной системы. Будет прикольно, если мы все-таки сможем в одно из окон увидеть его. Так, кстати, довольно атмосферный коридор. Хм, действительно красиво. Лампочки нельзя сломать, к сожалению. Кстати, что круто, он не сразу разворачивается к нам. То есть не мгновенный поворот делает. Это тоже хорошо.
Ага, камера. И она на карте сразу помещается. А, ну то есть по ней вообще один удар нужен. Видимо, просто как-то криво раньше попадал по ним. Блин, тут какие-то шахты вентиляционные. Так, у нас развилка. Давайте сначала сюда сходим. Ха. Что это за место? Broken gun. Can't use skeleton. Грейтинг. А, ну это... в общем, решетка, видимо, переводится. Это тоже достать мы не можем. Ну, в общем, это нам только дает информацию о том, что есть некая комната. Ладно, в нее, значит, надо будет с другой стороны как-то попасть. Тут надо присесть. О, слушайте. Так. Ага, это люк открывает, понял. Ну-ка, сейчас еще раз внимательно смотрю. Ничего я тут не пропустил из рычагов. Потому что один рычаг я точно пропустил. В первом эпизоде. Но, видимо, нет. Так, здесь у нас радиоактивные отходы. А, лечилки у нас есть, наверное. Можно без проблем залезать. Ничего. Сразу применим один. Здесь тоже ничего. Две гранаты. Не знаю, ствол она того или нет. Больше ничего, да? За ними тоже нет. Ладно, бежим отсюда. Биоконтаминейшн. То есть это не радиоактивные отходы. Ну да, в принципе, на них знак отсутствует. Да, на них череп нарисован. Понял. Так, ну здесь, видимо, все, да. Бежим отсюда. То есть, в принципе, здесь мы ничего такого не нашли, кроме камеры. Fatigue level high. Вот я не пойму системы. Усталости. Это когда я так быстро бегаю, что ли? Видимо, да. И часто махает дубиной. Видимо, от этого зависит. Так, давайте сохранимся. И это место я вычеркну. Люк в полу, двери оранжевые. Так, это я помню где. Рычаг, где радиация. Давайте, наверное, туда побежим сначала. Это ближе, скорее всего, будет. Ой, они заново появились. Интересно. И преследуют меня еще. Или он один тут был? Мне показалось, два было. Ладно. В таком случае, где же это место было? Я не туда свернул, мне кажется. Не туда, да. Да, вот теперь сюда. Далее здесь. Да-да-да. Вот это место. А, мы можем спокойно перепрыгнуть здесь. Фуф! Выглядело так, словно он руками зацепился и подтянулся потом. Прикольно. Тут, кстати, был один киборг, которого мы пропустили. Точнее, он от нас спрятался. А рычаг, вот он. Я реально его тогда тупо не заметил. В общем, на всякий случай буду держать наготове вот этот спарк. Бим.
Наверное, тут мост какой-то появится. Да. Я еще пытаюсь следить после бега за вот этим графиком нашего пульса наверху, спектрограмма или как правильно назвать. Пока я не понимаю, что он означает. А, ну нет, слушайте. Довольно большое расстояние между ударами пульса. И кажется, когда начинаю бегать, да, они становятся гораздо чаще. Так, тут ничего. Музыка вернулась на привычную. Вот я не помню, что вот это означает. Одна стенка как бы за границей карты. Так, вот он действительно. 7 гранат. Я забыл, как их применять. Weapons. В общем-то, я их особо не ставил, да, никуда. Их из инвентаря надо применять, понял. Не знаю, сдох он или нет. Слушай, действительно сдох. Conversion. У него мы нашли для дарта. Галогеновые лампы. Ладно. Что еще мы найдем тут? О! А мы нашли тут секреточку. Газ гранат. Ха. Как мы там смотрели описание предметов? А, ну особо тут нам еще не говорится. Понял. Ладно. Да, надо вот сюда тут заходить. А, тут лестница, вижу. То есть тут не было синей обводки. То есть есть секрет... А, вот мы за этим местом оказались, да? Упс, бежим, 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 бежим. Минус. По-моему, нас пару раз попал, да. Когда помехи по экрану идут, это означает, что по нам попали. Но применять еще рано. Еще раз для дарта. А, применять рано еще этот медипак. Он отсюда откуда-то выпал. Лифт вижу. Еще одна газовая граната. Интересно, как она вообще работает. Газовая в каком смысле? Дымовая, что ли? Или... Не, скорее всего, газовая, значит... На систему дыхания воздействует. Вижу, вижу, вижу. Да, здесь мы были или не были? Не пойму. Так, он там как-то застрял. Минус. Нет, кажется, мы тут не были. Поэтому сначала тут все разведаем. Да, мне еще нравится, как тут музыка. Ага, вижу. Отлично. Так, там еще несколько. Еще один. Тут граната хорошо зашла.
Отлично. Нравится система музыки динамичной здесь. То есть уже тогда подобные системы существовали. Так, ладно, пока сюда не пойдем. Наверное, здесь логичнее расследовать место. Скорее всего, нас соединит с уже... А, да, были мы здесь, да. Все правильно, были-были. А, вот это и есть, наверное, альфа-квадрант. Да, судя по наличию тел. Но новые мутанты откуда-то постоянно приходят. Понятно, можно на них нафармить так аптечки или нет. А, кстати, энергия уже начинает уменьшаться. В оранжевый сектор зашла. Ха. Он куда-то вниз упал. А, там есть лифт. Прикольно. Упс. Так, выглядываем из-за угла. Отлично, работает. Такая техника. Тактика. Угу. Здесь два тела, я не пойму, да. Вроде обои. Оба тела прощелкали. Так, какие-то новые панели. System Function Gauges. Так, вижу камеру. Access Port. Здесь. Здесь, наверное, как раз будет управление лифтом, да? Так, я вот этого хотел, черта. Застанет. Непонятно, попал или нет. Отлично. Что это такое? Диагностик модул. А это что? А, это открывается. Интересно. Диагностик модул inactive. Понял. Блин, сколько тут киборгов. Повсюду. Еще один. Убей его. Фу, мы живы. Мы живы, осторожно. Реально, по-моему, один, по-моему, оставался. Не то взял. Труп. Так, они ходят между уровнями. По коридорам, на шум. Это хорошо. И двери они тоже умеют открывать. Еще один съедаем, да? Правильно. Так. Что у него был? Стандарт раунд какие-то. Еще надо применить, наверное. Да. Роботик с айкон. Так, здесь ничего. Отлично. Да, тут надо пользоваться системой управления своим телом. Цайбердрон. Открываем. Отступаем. Отлично. Блин, мне нравится как это.
А, слушайте, энергия сама восполняется, когда идет до красного. Сейчас 3. Пока по времени применять ее. Комфорт, скрин. Ха, какая-то клетка. А, здесь, наверное, как раз и создают их. А, это надо сломать. А может, не восполняется. Healing Incubator. Так, новый лог. Давайте-ка сохранимся, кстати. А, как же это делалось? Data Reader. We underestimated Shodan. He's it's reprogrammed regeneration rooms all over the station into cyborg conversion chamber. Anyone going in to get healed comes out as a cyborg. I've disconnected the medical CPUs from Shodan's main data bank, so we can reset them to their normal healing functions without Shodan noticing. I'm on my way now to reset the one on the hospital level. Okay. Видимо, вот как раз он про это нам и говорил. Что будет, если мы нажмем рычаг? Cyborg conversion canceled. Standard station restoration procedures online. Restoration Bay. Cyborg conversion activated. Restoration procedures modified to generate cybernetic assistance for Shodan. Хм. Интересно, мы как-то это сможем использовать? Тут ничего. Вроде здесь больше ничего нету. Так. Блин, это все место продолжается. Тефлон колотит раунд. А. I think we underestimated Shodan. Discovered this morning what he is reprogrammed the regeneration rooms all over the station into cyber conversion chambers. Now if anyone is badly wounded, they get turned into cyber since teeth would be healed. Ага. I think I have managed to disconnect the medical CPUs from Shodan's main data bank, so all of Shodan's cybers converts can be easily reset to their normal healing functions without Shodan noticing. I'm on my way right now to reset the ones on the hospital level. Понял. В общем, мы, наверное, их сможем использовать как лечилку. А, вот это как раз то место и есть, понял. Directive to Cyborg F71. We will now test the virus in a proper environment. Move mutagen experiment V5 to Beta Grove on an executive level. Let the virus infect the grove and observe its effects on vegetable and animal life forms. When the strain is perfected, we will release it on the Earth, where it will facilitate our conquest. Ну, в принципе, здесь более-менее текст совпадал с озвучкой. Так, у нас заметил. Бежим. Применяем еще один меди. Не то выбрал. Энергии нету. Черт. Нет энергии, значит... Чем? Дартганом, что ли, стрелять? Вообще, кстати, слушайте, здесь где-то был... была станция, вот она. Ну-ка, она еще работает или она одноразовая? Она работает! Отлично. Так, еще один медипак. Он за нами не последовал? Нет. Довольно меткий, зараза. Придется еще один съесть.
Так. Мы справились с ним более-менее нормально. В общем, станция — это крайне важные точки на карте. В следующий раз будем их помещать. Ничего. Так, ладно. Элевейтер, вот он, кстати. Понял. Минус. Так, здесь нам надо лечь. Ага. Лид-пайп. У нас уже есть такая штука. Broken gun. Concussion bomb. Ха. Скелетон. Вообще, это, наверное, и на киборгов действует. Зависит в той степени, сколько от них там человеческого осталось. Но, по идее, наверное, мозг точно должен оставаться, иначе это уже не киберг будет. Так, нычка. Станган. То же самое, понял. Фуф, ладно. Что мы тут можем сделать? Непонятно, для чего это место сделано. Сломать мы все это ничего не можем. Можем, конечно, проверить гранату. Нет. А, тогда в лифт пока не пойдем. Здесь еще одно место было. Кстати. Упс. Упс, упс, упс. Будет он нас преследовать? По идее, должен. Отлично. Нас он не атаковал. Прячется, значит, тут в нишах. Еще один. Кто там все бормочет, а? Еще один. В этот раз он по нам попал. Убегаем. Отлично. Медипак. Да, они, конечно, израсходуются довольно быстро. Эти аптечки. Вниз пока не пойдем. Industrial Tiles. Industrial. Ага, камера. Семь уже. Нет, тут нереально, конечно. Упс. Пройти за время. Мы все еще на первом уровне, уже больше 2 часов прошло. Не то опять сделал, блин. Он этого не заметил, забавно. В общем, надо как-то ниже целиться. Тогда задеваешь их. Ну, вот эти именно камеры. Ага, здесь мы внизу ходили. Ходили? Да-да-да, точно были мы тут. Блин, мне нравится, насколько клаустрофобно здесь уровни. Еще один. Прекрасно.
are not welcome here. Remove yourself. Remove yourself. Что-то новенькое. Cyber Quarry, понятно. Но Spark на него, по идее, наверное, тоже должен действовать. Это на Фэнерджи. Макпулс тогда применяем. Убили. Отлично. Тогда Дартган включаем. Все-таки Дартган тем ценен, что не зависит от энергии. И у нас, наверное, дофига патронов к нему уже. Так, еще одна система комнаты управления, видимо. Непонятно, что с ними делать. Наверное, ничего. Здесь лифт, если что, можем убраться отсюда, да? Перепрыгнули. Осматриваемся. Вроде угрозы никакой не вижу. Лутаем. Лутать нечего. Блин. Надо вернуться тогда назад. Посмотреть, что мы там пропустили. Упс. Не вовремя запись начал проверять. Да, но дарт слабее, понятно. Зато перезаряжается мгновенно. Вообще, знаете что? Бежим нафиг отсюда. Не туда убежал. И вот про это еще место, кстати, не надо забывать. Да. Пока станция довольно близко находится, нет смысла патроны тратить. Мы, правда, тратим время на то, чтобы туда-сюда бегать, но не так уж и много, наверное. Сходим поэтому пока вот сюда. Так. Ничего интересного тут. Floodlight. Forge door. А, force door. Понял. Camera activating security door. Так, это закрывает. Не надо это. Не видит нас. Что-то он затупил. Отлично, воспользовались этим. А что это? Какие-то батареи, непонятно для чего они нужны. Battery pack, у нас уже их три. Ты их съедаешь, у тебя энергия восполняется, да. Ну, съедаешь в кавычках. Так. Понял, но это просто как бы нычка такая с плюшками. Ладно, тогда возвращаемся сюда. Сюда. Никто нас тут не преследовал, да? Нет. Отлично. Так.
Так, надо оружие включить. Ничего. Тоже ничего. Да, как-то лута с них не особо. Хм, и это все? Access Station. Ну, видимо, да, тут больше ничего нету. Кнопка есть какая-то. Ага, дверь открыли, скрытую. Ящики. Охраны вроде нету. Медипак, это хорошо. Медипач, точнее. Ууу, Biological System Monitor версия 1. У нас уже был такой, что ли? Видимо, да. Наверное, вот это он и есть. Так, тут все тогда забрали. Бежим, бежим, бежим. Где был вот этот мини-босс? Да. Тут мы тоже были. Прыгаем вниз, наверное, да? Да. Тут никого, кроме камеры. Здесь коридор какой-то. Ага. Ну, быстренько забегаем, смотрим, что тут. Турбобустер какой-то. Ха. Видимо, тут форс-филд стоит. Либо такое чистое окно. Стекло. Съедаем одно эту. Бустер. Что это дает нам? Непонятно. Ха. Быстрее бегать, что ли, начали? По-моему, да. Так, это обычный шаг. Шаг не отличается. А вот рывок, да. У-у-у. Понял. В общем, его полезно включать перед запланируемой стычкой. На этом еще посмотрим. Как-то криво сейчас с ним подрался. Ну ладно. Это у нас что? Ага, компьютерный нот. Так, здесь мы, наверное, в Cyberspace улетим. Это что такое? Пистол. Новое оружие. Угу, отлично. Это для него, наверное, стандартные патроны были. Так, сохранимся тут. Save game. А, я также сейчас сохраню свою запись. И сразу продолжаем. Нет, это просто экран. Хм, и что нам тут делать надо? Взорвать, может, все это надо к чертям? Упс. Не понял. Кажется, я не от гранаты умер. Кто-то сзади появился. Но это я очень удачно сохранился в любом случае.
А может от гранаты сдох, непонятно. Ну вроде как-то я не сразу сдох. Еще раз пробуем. Сзади вроде никого нету. Да, они взрываются, отлично. Ага, кто-то все-таки нас преследовал, понял. Упс. Почему у нас горит кнопка карты? О, еще гранату. Недалеко он как-то и кинул сейчас. Так, переключаемся на дартган. Не то сделал. Еще медипак. Еще медипак. Надо быстренько с этим разбираться. Все взорвали, отлично. Камер никаких тут нету. Такое ощущение, что нас камерами полили. Вот он, еще один вижу. Валим, короче, отсюда нафиг. А, проскочил мимо. О-о-о! Ух, блин. Да, там целая армада их. Ха, а как же тогда? Ну, вряд ли они бесконечные. То есть нам надо просто осторожненько прорываться, пробиваться через них. Но, блин, я реально сохранился крайне удачно. Может быть, battery pack, кстати, съесть. Еще раз. Кидаем две гранаты. Есть тут кто-нибудь? Нет. Пока никого. Отсюда нам не убежать будет. Да, нам надо через лифт как-то пробиваться. Никаких вариантов других нету. Да что же я с кривой-то такой нафиг? А их так можно сломать. Пипец. Не знаю, как я правильно тут гранаты эти кидать. Ладно, еще раз пробуем. Теперь просто кувалды разнесу трубой. Все эти. Ноды компьютерные. Отлично. Далее применяем спарк. И осторожненько всех выносим. Ждем. Появится он у нас прямо на глазах или нет?
вроде не появляется больше. Так, сверху упал. А, он нам стрелять нечем, понял. И его спонят это не так уж и много. Где он тут? Тут нету. Так, вот здесь, наверное, все-таки рискнул гранату применить. Рискнул, блин. Не, их надо по стелсу, короче, применять, грубо говоря. Не знаю, зачем я сюда лезу. Откуда они вообще появились? О! Вроде больше ничего нету, да? Так, никого. А, ну вроде с этим местом мы завершили. Все, что здесь можно было сделать, мы сделали. Так. Здесь, грубо говоря, начало игры. Кстати, можно... Нет, не здесь. Где-то дальше. Немного уже запутался. А, вот здесь где-то. Где-то тут, кажется, я видел. Синий люк. Ну-ка. Люк в полу, у двери оранжевые. А, нет, не здесь. Мы теперь уже не найдем, где-то дверь оранжевая была, да? А, вот здесь она и была. Вот он, этот люк как раз. Вижу. Угу. Откуда ты-то вылез? Минус. Что у нас тут еще есть? Медипач. Так, еще одна нычка. Рефлекс Реакшн Эйд. Ха. Эффект Slow Perception of Time. Ух ты. Нитропак. Хм. Очень интересно. Лидиум кардиум батарея. Это, видимо, более мощная батарея, да? Так, ладно. Это тоже зачистили. Так, сейчас я это вычеркну. Рычаг, где радиация. Вот мне непонятно, что я тут написал. В maintenance hatch and the grating Norfolk healing suit. Слушайте, это, по-моему, про самое начало игры вообще, да. Возможно, я там пропустил. Так, как только попасть туда теперь? Думай.
Это ведет не в начало. Стоп. Вот начало, да. Можно все-таки на них получать плюшки. А, они здесь появляются. Понял. Всем чисто. Блин, сколько вас тут? Ого, блин. Видимо, значит, эту штуку заново можно воспользоваться. Раз они это сохраняют. Ну-ка. Да, они многоразовые. Будем знать. В таком случае и это мы проверили. Остается тогда лифт? Да. Остается тогда лифт. Давайте сохраним игру. И бежим к лифту. Да, лут с них можно собирать. Угу. Блин, их все больше и больше становится. Может, это зависит от времени? Так, надо уже понять, что это Data Reader. The computer notes can be repaired, but you... Who are you? My cameras and probes scan your body, but you do not match any employee file. When my cyborgs bring you to an electrified interrogation bench, I will have your secrets. And you will learn more about pain than you ever wanted to know. Пошли угрозы, значит. Да, вот лифт. А, стоять. Не тот экран включен. Прыгаем вниз. Угрозы не вижу. Опять. Что за... Ну-ка. Ощущение, что вот здесь в комнате все взорвалось. Но нет. Что происходит? Ладно. To all cyborg units. Just as we have sanitized my domain. So shall we cleanse the earth. The tachyon mining beam. Is being made ready to destroy human city. Destroy. I will take command of the destroy ecosystem and continue my experiment. Destroy. Once the beam is properly calibrated, we will begin. Так, там еще что-то было. Да. Нет. Да, все правильно. I prefer.
prefer a quiet station. Thank you. Хм. В общем, Эдвард Диего, видимо, все. Уже того. Хотя, почему? Ладно. Он же, по идее, на земле. Так, слушайте, это, видимо, знаменует прохождение первого уровня. Да. Так, а эта дверь заперта. Ха. А вот и рычаг. А-а-а. Все понял, все понял. Кстати, давайте посмотрим на карту. О, тут столько всего. Но подозреваю, что основную часть мы все же тут смогли найти. Да, по крайней мере, все, что я написал. Стоп, я не проверил то, ради чего, собственно, в начало игры шел. Давайте этим займемся. Так, смог завалить их. А, вот это Healing Suit, North, Undergrating. Хм. Сложно понять, насколько далеко. Стоп, вот здесь, наверное, вот Healing Suit. Да. Хотя... North Undergrating. Блин, не знаю даже. Как бы грейтинг — это сетка, решетка, типа того что-то, да? Я что-то здесь ничего такого не вижу. Ладно, фиг с этим. Видимо, эту секретку я не смогу найти. Может, про это он имеет в виду? Но мы там внизу были. Да, но как бы на север от этого. Да, мы там были. Ладно, сохранимся тогда. И посмотрим, что же там находится на следующем этаже, и как вообще этот лифт работает. Так. Ну, кроме панели управления, вроде здесь ничего нет. Ладно. Ага. Мы на первом, значит. О-о-о! Что за нафиг, что за нафиг? Что за жесть? Что это вообще было? Их только что 20, наверное, было. Это забавная игра, нас, конечно, встречает. Фух, мне надо же дух перевести, но я хотя бы успел сообразить переключиться на самое мощное оружие, что у нас есть. Потому что если бы я начал из энергетического стрелять, нам бы зарядов не хватило, оно бы перегрелось. Ядрить. Фу. Да, попробую тут, правда, их полутать теперь. Ну, вроде у них ничего нету. На каком мы этаже? На втором. На третий можем подняться?
Shaft damage, enable to go away. Ага. Жесть какая-то. Ну-ка, Level 2 Research Labs. Да, у меня также записано, все правильно. Включаем Spark, наверное. Ладно. Встреча, ну, крайне теплая. Ничего здесь. Ладно, сюда сначала пойдем, тут посветлее. Ага, вижу одного. Тут ничего. Понял. Выманим его к нам. Так, что-то где-то открылось. Зажал нас. Так, это что такое? Это дверь, понял. Какие-то странные звуки непонятные. Так. Это место сильно пока отличается, пока не пойдем сюда. Мы будем заходить, наверное, в отдельные комнаты, да? Видимо, так. Да, уже второй уровень, понятно. I was standing right next to him. Darcy was telling me something about the laser, something about overrides and a number. Cyborg assassin shot him in the back of the head. Didn't even touch him. They knew Darcy was onto something. Так, ну, код перезаписи мы еще где-то должны найти. То ли в какой-то библиотеке, то ли в каких-то там Science Quarters, типа того что-то. Сколько я помню того, что нам говорили в первом эпизоде. Что это? Газ-гранаты. Вот что надо было применять, наверное, здесь. Ну, кто же сообразит, когда тебя 30 зомби атакуют. Ну, встреча была дикая. Я не знаю. Может, она не всегда так встречает из-за того, что так слоу почвы, так больше стало, что... Что это? Zero Gravity Creature? Ха! Интересно, что на них работает. Ну, теперь понятно, что за звуки странные были. Ага. Они из плоти и крови сделаны. Так, они еще и стреляют, вот это плохо. Кажется, они крайне плотные. Ух ты! Они из людей, видимо, сделаны. Судя по крикам. Шесть. Вот это интересно, конечно, противник. Не ожидал такого от игры. Грубо говоря, это классический фэнтезийный уз. Только правильно вставленный в сеттинг. Адаптированный. Ха. Ну, атмосферно, да. Ничего не скажешь. Мне нравится. И музыка тут приятная. В целом, вообще, саундтрек у игры крайне... крайне оригинальный. Его спокойно можно отдельно слушать. Представитель Repair Order.
Мата-конвентер? Ха. Понятно. Ну и, видимо, это как раз бывшие исследователи есть. Так, мы здесь были, я не пойму. Да, кажется, были. Сначала посмотрим, что за углом. Сколько? Ооо! Мы и такие ящики даже можем двигать. Насколько игра атмосферная, насколько она в себя затягивает. Group 4 access level required. Понял. Кстати. Давайте сделаем... Как это делается-то? Как же это написать-то, чтобы оно сильно длинным не видело? Level 4. Ну-ка. Да, понял. Вроде сейчас более-менее удачно это сделал. А, ну теперь я разбираю букву вот на мини-карте. Level 4 видно. Так, давайте тогда туда сбегаем. И новый уровень еще... Ууу! Ядрить тут Бонни. Новый уровень еще приятно исследовать тем, что... Он, в общем-то, новый. И ты можешь к нему стратегически подойти, тем более... Структура этого уровня располагает к планомерному его изучению. Так, на дверях застрял. Там еще один есть. Несколько зачизили его. Фуф. Так, отсюда мы пришли. Ладно, давайте по порядку смотреть. Что это? Спанал. А так она закрыта, да? Понял. То есть нам надо вот это, вот это. Ну как-то так. Не понимаю, в чем сложность этих загадок. Так. Писта у нас есть. Тот же самый как раз. Да. Угу. Пока уберем его тогда. Тоже есть. Landmine. Да, снарядили, конечно, тут еще оно на случай безобразий всяких со стороны других членов экипажа. Но, видимо, они не успели всем этим воспользоваться. А, ну просто дверь заперла шелдом, да и все, да? Давайте послушаем, что тут творилось. Still having power outages over on Beta Quadrant. Probably the computer with a high priority job. Some kind of rerouting, I'll bet. We're installing circuit breakers on Beta. That way we can bring the lines up after surges. Так. Beta Quadrant.
Engineering that lost to explain when some project with a high job priority in a computer is really routing a lot of power, but nobody seems to know what it is. For the time being, have had Mr. Wong install backup manual circuit breakers for the levels, so at least we can bring the lines back after... В общем, они не сразу поняли, что тут творится. Ок, панели, ха. Papers? Engineers report, John David Wong. Not to sense level engineers, I'm still unable to pinpoint the source of a power surge in Beta Quadrant, for we are likely related to some of our recent glitches in Shodan's operation. At Mr. Endicott's request, I have installed circuit breakers in Alpha Quadrant in case of power outrages in Beta. Ха, а нашли мы их или нет? Или тут на каждом уровне, да, но если логически думать, то по идее каждый уровень можно разделить на эти квадраты, грубо говоря, углы. Просто обнаженное тело. С этим. С выпивкой. Dead Core Tiger Mutant. Ууу, что-то не совсем приятно нас ожидает в будущем. Так, этот плакат мы уже видели. Robot Cruiser redecorating Alpha Quad. Where's the reboot switch? Так, ну он там как-то совсем мало сказал. Still no luck discovering what the computer is doing so much with the power. I can't seem to get a straight answer out of a thing. And today the crew what installed the new breakers in Alpha tell me what we run across a robot crew doing heavy remodeling. Why wasn't I notified? Так, ну это все записи с первых моментов того, как здесь все пошло. Не по тому пути, грубо говоря. А, это просто observation deck, как бы, что-то в этом духе. Смотреть на необъятную вселенную. Газового гиганта по-прежнему не видно. Так, ну мы тут все исследовали. Стоп. А, это лифт так обозначается, понял. Оттуда мы пришли. Так, не пойму, что здесь такое. Что это за текстуры такие? А, это шкаф. Понял. Как-то тут странно все это. Может, какой-то глюк? Это кабинет похож на кабинет. She's changed the locks on the doors, orders of Shodan. All the access codes are changed on this floor. So I go to Beta Quad for new access cards, and the security bot there starts attacking me. Me of all people. Так. Сейчас разберемся сначала. Разобрались? Ну, в принципе, понятно, что он там сказал, не буду уже прочитывать это. Я все равно все это прочитаю еще раз во время монтажа. Если что-то... Интересно, там будет отлично от того, что он в аудио информации дает нам знать, то... Я это запишу на бумажку. Так. Тут ничего интересного. А, как-то карта здесь очень интересно этот коридор отрисовывает. Действительно. Я поэтому немного сразу не понимал. Ну ладно. ST access level required. Ха. Это зомби обычные. Нет, не так. Сюда. Фу. SC
I level. Отлично. Угу. Ха. Некий пьедестал какой-то. Камера. Дверь. Ага. Возможно, мы как-то сможем потом открыть эти двери. И воспользоваться лечением. Мостик появился, вижу. О, нычка. А это что такое? MP Grenade, вау. Фига тут всякого разнообразного. Особенно гранат всяких. Так, здесь темно довольно. Можно как-то наверх попасть. Да, конечно, костылял он нас. Ой-ой-ой, что с игрой творится? Как-то все замедленно стало. Реально как-то все глючит. Ха. Сейчас я тогда сохранюсь, прерву запись, перезагружу игру, наверное. Очень странно все это. Короче, я пробовал игру перезагружать, ни черта не помогает, именно тот сейф, где начало все лагать, он так и продолжает лагать. При этом другие сейвы работают нормально. Но благо это недалеко было от последнего сейва. Я разыграл все так же примерно, как и тогда. То есть я не стал применять другую тактику, например, закидать газовыми гранатами ту армию мутантов, ну, потому что это нечестно. То есть я опять потратил почти все, наверное, свои патроны в пистолете. И остальных врагов разобрал примерно так же, как и раньше. То есть дубинка вот эта и с паркбимом. В общем, отыграл более-менее так же. Продолжаем. Сейчас, надеюсь, ничего лагать не будет. Не знаю, с чем это вызвано было. Может, это не лаг, может, это кто-то дебаф на нас, но я что-то сомневаюсь. Упс. Слушайте, если так слегонька выглядывать из-за угла, получается... Они даже на тебя и не реагируют сразу. Будем знать. Вообще, вот мне вот эта дырень напомнила про одну такую же штуку. В начале первого уровня, куда я так и не попал. Не знаю, может, туда и попасть невозможно. Но я, наверное, уже не буду это выяснять. Так, дверь сразу прощелкаем. Ага, понятно. Пометим на карте. SCI level. Отлично. Угу. Да, теперь я гораздо более организованно это делаю. Вообще, конечно же, мне с картами очень нравилось возиться в Кингсфилд. С нетерпением жду, когда буду проходить третью часть. Ага, вижу одного черта. Да, дар против них крайне неэффективен. Непонятно, попал сейчас или нет, кажется, нет. А, бета, квадрант. Что это? Сервбот какой-то.
Security One Robot. Ооо, робот, это как-то... Как-то не очень весело. EMP-граната, может? У него сработает. Нет, он еще жив. Может, еще одну гранату? У нас их, благо, целых 10 штук. Ох, я кривой какой. Опять лагать начал, что за фигня? Я увидел надпись Reflex Applied. Может, я не то съел? Да, я съел необычный меди. Ладно, посмотрим, что означает этот Reflex Applied. Хм. Видимо, это не глюки, видимо, это так действует. Даже не знаю. Берсерк, что ли? Или на чём у меня там стояло? А, он таки сдох. AM Hornet Clip. Так, это, видимо, патроны какие-то. О, блин, темно-то как здесь. Бежим, бежим, ни черта непонятно что. Опять какие-то роботы там. Нам бы фонарик где-нибудь найти. У нас энергии нет. Слушай, действительно, вроде как все замедленно стало. Даже время замедленное, кстати, что круто. 27, 26, да. Видимо, оно так работает. Ну, надеюсь, что это не глюк. Да, наверное, когда меня в прошлый раз начал обстреливать тот киборг, я тоже решил полечиться, а у меня был... Что же у меня было применено? Стоп, а мы ж недавно находили, да, как раз что-то изменяющее восприятие времени, грубо говоря. Оно как раз, наверное, было в единственном числе, и мы это потратили. Да, скорее всего так. Это что такое? Джамп-диск? Типа портал какой-то? А. Experimental Station. Нет, что-то пока не хочу в экспериментальный портал залазить. Оставим это напоследок. Хотя надо пометить на карте. Да, да-да-да, оно пропало. Фуф. Извиняюсь перед игрой, что я подумал на то, что она глючит. Это я неправильно все, как всегда, понял. Jump, jump. А просто jump и напишем, почему нет. О, он прямо здесь попал. Отлично. Не знаю, как к тем роботам проникать пока. Так, еще одни из этих. Zero G Creatures. Альфа. Так. Тут вроде ничего больше нету. Тут наверняка секретки как-то по-другому отмечаются, нежели чем на первом уровне. Так, какие-то звуки электричества. Непонятные. А, ну здесь мы уже были, да. Здесь мы были. Блин, все равно очень непонятная карта отрисовывается здесь.
почему здесь вот так вот сделано, непонятно на карте. По крайней мере для меня пока. А, здесь еще вот такая штука есть. Хм. Как не проникнуть через этот? Ладно. Да, много патронов надо из дартгана на это все дело. И больше ничего, да? Интересно. Странная комната. Вообще, наверное, надо скоро заканчивать эпизод. Уже третий час идет. Так, а здесь новая музычка какая-то играет. А. Дюралой панелинг. Так, это не лифт, что интересно, ладно. Так, это сервобот обычный, ладно. Здесь, видимо, надо лечь вообще. Пролезли? Пролезли. Отлично, забодали его. Вообще надо было расстрелять, потому что жизни у нас не так много. So Shodan is charging up the lasers. Whatever else we do, we can't allow it to fire. We can discharge it ourselves, but who knows what it's aimed at. Can't fire it, but can't stop it. Так, еще один. Listen up, Althea. I know how we can stop Shodan from firing the laser. Get the isotope X-22 from Gamma, feed it into the shield generators on the reactor level, then put the shields up. Fire the laser into the shield, and the laser explodes. Trouble is, every existing safety lock is designed to prevent this. Окей, ну про это мы уже слышали на первом этаже. Так, 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 так. Что тут еще интересного есть? Доктор Нафан Диэрке. Ха. Надо полечиться. Упс. Уф. Наверное, не зря пистолет достал. Думаю, это правильным решением было. Еще один. Окей. Подозрительная комната. Так. Это... типа этого, как он называется. Типа турелики, короче, что-то. В принципе, мы можем гранаты ее закидать отсюда, почему нет? Ага, еще живой, понял. Все еще живой. Хм. Он еще и двигается, ха. Пипец, блин. Ха. Ну, наверное, на этом тогда и закончим. Интересно, что как бы, видимо, кровотечение есть после того, как на гранате подорвался. Посмотрим, где, правда, у меня был сейф последний.
Это первый уровень. Это тоже первый. Угу. А, вот в самом начале, вот здесь, где как бы я начал лагать. Да, рефлекс я съел, все вижу теперь. Да, наверное, на этом закончим. Я за кадром пройду вот небольшой вот этот участок, который опять я проиграл. И да, продолжим уже в следующий раз. Но, блин, игра очень интересная, радует. Опять же, да, наверное, мы ее завалим, потому что это второй уровень. Остается всего 4 часа с небольшим. А, R, кстати, это, видимо, Reactor Level, понятно. Energy Systems. А у нас еще... вообще тут 9 уровней у меня написано. А лифт был только на 8 этаже. Видимо, есть другой лифт. С 8 этажа Security Department, который ведет на 9 этаж Control Bridge. Ладно. И радует, что очень как бы разные этажи по атмосфере, по своей структуре. Первого от второго, по крайней мере. В общем, продолжим в следующем. Кстати, я еще хотел проверить. Где-то у нас статус был. Security 97. Процессор Notes 23, а по-моему было 27, и мы как раз 4 сломали, да. Ха. Growth это, я так понял, шахта. В данном случае означает. Ну-ка, а на другом, если загрузить. Да, security 7%, значит, туда где-то камеру потерял. Угу. А если еще загрузить тот сейф? Нодов 27, понятно, да. Ну, в общем, прогресс уже есть. Смогли добраться до второго этажа, более-менее начиная понимать структуру игры. Надо обязательно запоминать, где находятся Energy Stations, Life Stations, вот такие вещи. Ну, наверное, двери надо помещать, да, чтобы потом быстрее их найти было. В общем, надо внимательно играть. И да, эта игра идеально подходит под мой стиль игры, неторопливый, неспешный. Но, блин, все вот из-за этого времени. Ну ладно, раз уж начал играть с таймером, то продолжим играть с ним, пока не проиграем. А там уже дальше я решу. Наверное, когда я завалю. Да, я практически верю, что я завалю. Я заново доиграю до того момента, где у нас время заканчивается, но уже, видимо, без этой сложности. То есть пониже чуть сложность, чтобы времени не было. Уже с того момента продолжим играть нормально. В любом случае, это за кадром сделаю, так что, как бы, наверное, прохождение для вас продолжится более-менее в том же русле. Я так понимаю, разница между уровнем сложности 2 и 3 заключается как раз только в таймер. Но если вы знаете именно вот эту информацию по таймеру, то можете мне написать. То есть, в принципе, не знаю, если я завалю этот таймер, то... Я, в принципе, если заново начну играть, смогу быстрее добежать до того момента. Ха. В любом случае, это мы решим, когда... когда завалим таймер, да. А на этом, да, заканчиваю второй эпизод. Благодарю за просмотр. Продолжим исследование этой станции в следующий раз. И прятки от камер, от сидящего глаза Шодан. Всем хорошего. Пока-пока.